Здравствуйте еще раз. Вот, было в прошлый раз, я пишу специально, что это пробные записи, видео, потому что из этих очков, из Oculus Quest, по-другому немножко делается видеозапись, и мы корректируем, смотрим, как лучше. Вот сейчас должно быть изображение, попадающее в кадр, который выносится на Facebook, оно должно быть более лучшего качества, как говорится. Да, и ну вот для того, чтобы еще раз посмотреть качество самой работы, вот мы стоим рядом с прекрасной скульптурой Косолапова, да, или вот не менее прекрасная работа художника Леонардо да Винчи тоже. Вот здесь, причем в натуральном размере, вот что очень важно. Еще раз зайдемте в зал с... Да, это мои руки, я все делаю руками, и руки давайте, чтобы были все время перед лицом, вот, и перед экраном, чтобы вы видели, вот, что я могу... Ну вот, вот, та-да-да-да, вот, был пианино, вот, сыграл. Ну вот, и зал... Это естественная, еще раз, это естественная ограда, здесь стена нашей мастерской, здесь диваны. Мы потом сделаем первый входной зал, повторим нашу мастерскую, чтобы было видно, где мы физически находимся. Вот. И здесь последний день Помпеи в натуральную величину. Здесь, скорее всего, вот, чтобы можно было подходить поближе, здесь можем мы повесим... фрагменты на этой стене, фрагменты последнего дня Помпеи. Вот здесь будут лежать, скорее всего, эскизы, вот, графические работы, которые можно будет брать руками. Ну вот, высота потолков здесь 10 метров, вот, здесь 4 метра, вот внутренняя 4 на 4 примерно. А внешняя у нас 8 на 6 метров. Ну, это для того, чтобы поместилась достаточно большая работа Брюлова. Ну вот, как вы видите, да. Вот. Потолка здесь нету. Ну, в биаре потолок не нужен, потому что нету снега и дождя. Ну вот. Еще раз повторю, что на моей голове только очки. Они не привязаны ни к чему, компьютера нету, вот. Контроллеров в моих руках тоже нету, это просто руки, которые вот благодаря усилиям разработчиков нашей замечательной компании, как бы сказать, великолепно совершенно трекаются. Вот. И в каждом зале кнопка Home. Опять я нажимаю на нее руками, вот, и она переносит в входную комнату. Я не знаю, как назвать еще этот входной зал, вот где стоит замечательный еще раз Микки Маус с головой, с телом Ленина, вот, Микки Ленин, Александра Косолапова. Ну, да, ну, можно, например, вот сейчас я сяду на пол, вот. Что требуется? Требуется, чтобы было хорошее освещение, потому что камеры в очках должны видеть руки. Ну вот, и больше ничего не требуется. Вот. Вот так вот, пожалуйста, лежа снизу. Вот, можно рассматривать скульптуру тоже. Вот. Ну и, естественно, трогать руками, хотя это с тактильной точки зрения бессмысленно. Ну вот. Собственно говоря, наверное, на этом наш репортаж второй мы заканчиваем. Я надеюсь, что он лучше был, чем первый. Вот, спасибо за внимание.